Мы уже начинаем работать. Хорошо, что мы смогли приобрести соседнюю территорию. Да. Вначале мне это не совсем нравилось. Но потом я провел расследование и понял, что территория Лейлы нам не будет достаточно. И, кстати говоря, ты поговорил с Лейлой? Слушай, ты тоже, конечно, зациклился на этом вопросе. Ладно, я поговорю с ней. Причем, погоди, ты очень волнуешься. Я сделал бронь в одном прекрасном месте. Однако ты стал романтиком, Фрат. Не надо издеваться. Какой из меня романтик, не глупее? Нам просто нужна эта территория для бизнеса. Я поэтому и продумал этот ресторан. Так зачем тогда этот ресторан, прекрасный вид? Ты мог сказать ей дома. Фрат, я же сказал, не надо тут издеваться и делай то, что я тебе говорю. Давай. Брат, позволь, я кое-что скажу. Знаешь, если смотреть со стороны, ситуация серьезная. Ты говоришь, что ты не ревнуешь ее, но в то же время ты, однако, разошелся, Фрат. Ладно, ладно, ты не злись. Мне звонит Мирза. Надеюсь, он не узнал о том, что я сделала. Да, Мирза. Лейла, собирайся. Отправляемся на ужин. На ужин? Вместе? Наедине? Да. Давай, собирайся. Я приеду и заберу тебя. Хорошо. Я мигом, увидимся. Ну как я, бабушка? Ничего себе. Ты выглядишь прекрасно, ты выглядишь как принцесса. Спасибо. Господину Мирзе понравится. Ты выглядишь прекрасно. Кто это пришел? О, Лейла, дорогая. Что такое? Куда это ты направляешься? Чего ты нарядилась? Мирза позвонил, сказал, что у нас будет ужин один на один. У Мирзы ужин. На ровном месте. Надеюсь, ничего плохого не случилось. Чего это вдруг он такое решил устроить? Не знаю. Мирза позвонил и сказал. А, кстати, Гюль, можешь как-нибудь подойти ко мне? Я хотела вопрос тебе задать по поводу обуви. Ладно. Да, идите, девочки, идите, идите. Гюль, мне стало интересно, ну что там, ты отдала деньги сестре? О, Лейла, не могу в это поверить. Не прошло и двух часов, как ты дала мне деньги, а ты уже расспрашиваешь. Стоп, неужели ты не доверяешь мне? Да нет, разве может такое быть? Просто я переживаю. Моя сестра благодарна, Лейла. Ты хочешь это услышать? Хочешь, чтобы мы до вечера целовали твою руку и благодарили тебя? Это тебе нужно? Нет, Гюльсю, не глупи. Мне правда было очень интересно, я поэтому спросила. Ну, твоя сестра и дети, я молилась, чтобы они решили всех проблем. Правда, не пойми меня неправильно, я поэтому спросила. Ладно, ладно, не волнуйся. Я все решила. А, Лейла, если ты готова, брат ждет тебя в машине. Хорошо, хорошо, я сейчас приду. Бабушка? Я выхожу. Надеюсь, ужин пройдет хорошо. Береги себя. Хорошо, спасибо. Увидимся. Ты улыбайся, улыбайся. Сегодня твой первый и последний с ним ужин, ты даже об этом не знаешь. Я не заставила тебя долго ждать. Я сразу начала готовиться, как ты позвонил, но... Нет, ты не заставила меня ждать. А что это за запах? Это жасмин. Нет, я спрашиваю, какая марка? Приятно пахнет. Серьезно?
Да нет никакой марки, я сама сделала. Я купила масло, немножко подмешала того, другого, ну и... Я не рискую покупать все эти марки, все это дорого, жалко деньги. Ладно. Ну, получилось хорошо. Мирза, прекрасное место. Знал, что тебе понравится. Хотел, чтобы мы подышали воздухом и заодно покушали. Я очень обрадовалась, Мирза. Но когда ты позвонил мне и сказал, что мы можем вместе поужинать, мое сердце чуть ли не выпрыгнуло из груди. На самом деле, этот ужин — это как празднование. Вот как? А что мы празднуем? Я расскажу тебе. Расскажу. Да.